Пам-пам-пам-пам-пам-пам. Музыка прикольная. Сейчас. Дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай. Герои. Так, увеличивает урон от трех следующих автоатак. Минус цепной исцеление. Ну, тут надо сразу выбирать. Я более-менее дамагающего пойду или в хилищего. Но в хилищего есть утр. 5, 4, 3. Тем более там не так, чтобы очень много дамаги. Поэтому мне кажется, лучше идти в дамагающего. Там, смотрите, ну, там много контроля такого же, да? Всякого саппорта, но дамаги, чтобы так много было, я не думаю. Поэтому дополнительный дамаг нам будет очень даже полезен, как мне кажется. Сейчас. Ну, загарчик, привет. Ух ты! Тихо-тихо, не нервничайте так. Мне тут тяжело будет так-то. Нифига себе прожимают тут. Да ладно, еще и попали. Да. Вот там жарко будет. I need help, как говорится. Мне здесь вообще беда. Я милишник. Земля, поглоти моих врагов. Господи, ну как так? Хорошо. Наконец-то! Оно заработало. Наконец-то появилось кого саппортить. Вот где он был все это время, блин? Чё он так не идет? У него фул хп. Достойный дар, чтобы заслужить мою милость. Хорошо. Эй, сразись со мной! Хорошая идея. О! Ой-ой-ой-ой-ой-ой, убивают! Земля, поглоти моих врагов! Не повезло. Чё-то да, до сыгранности совсем далеко. Я еще героя пытаюсь изучить. Блин, а здесь движуха, они приходят и по одному сливаются, ну вы чё? О, господи, 5-0 уже. Ребят, ну это ГГ. Это до свидания. Это уже до свидания какое-то просто. Ну куда ты? Вон ту надо брать-то. Да блин, чё? А, я же могу ускоряться через Z. Я забыл, что у меня Z есть. Все, надо привыкнуть. Я привык, ну, понятно, да, что Z жмешь, там пока прокастишь, пока то все, 5-10. А у этого героя он моментально уходит в волка.
Мои силы растут. Ветер, укажи мне путь. Надо постоянно в волка перекидываться, в общем. Постоянно. Ходишь, раз, волк. Земля, поглоти моих врагов. Никого. Хотите добиться моего вот расположения? Сейчас тут будет беда. Спешите. Ну тут пуш такой, блин, саппорт идет вместе. Жесть. Саппорт вместе с пушером. Вот что сделаешь ему? Надо подъехать к ребятам. Блин, мана кончилась. Что делать-то? Поглядим, что ты умеешь. Все, они собрали. Замечательно. Насколько вас сейвить-то можно? Дамажить кто будет-то? Больно. Ну как ты так промазал-то, а? Маны нет. Дайте маны. Опять мимо. Они тоже нам что-то пушат. Мана, давай, давай. Опять там движуха какая-то. Как же так, ребята, я иду к вам. Ох ты ж, я же влетел-то. Блин, я что-то как-то даже прозрел. Реально что-то залетел совершенно безбашенно. Но это я тупанул. Моя тупка. Ну все, они собирают третью. Конечно, блин, у них... Ой, ну зачем вот это было сделано? Вообще непонятно. Вот, вот даже у меня бы не пришло бы в голову против троих пойти. Чем Лагар занимается, а? Падет на вас мое проклятие. Куда этот героизм приплести? Я не понимаю. Ну почему исцеления нету?
справиться с этим противником. Новые таланты. Господи, что происходит? Дал героизм. Беги. А чё я туплю? Я же могу в волка обратиться. Ну что опять? Ну Рейнор стоит, конечно же, у нас на базе. Задвигался. В общем, нам бам-бам. Не получается у нас играть как команде, а у них получается, к сожалению. Они босса наверняка бьют. Отлично. Почему только я додумываюсь, что там они босса бьют? Надо бы что-то сделать с этим. Ну, парень, ну я не могу тебя так выхиливать с таких показателей. Ну, беги, давай. О, да, детка. Отлично встали. Дать им своего босса. Замечательно. Сейчас они берут своего босса. Да, вот они взяли своего босса. И сюда они тоже успевают. Замечательно. Чё сказать. Ну, утро, ну где ты там, блин? Приди. Ох, как мы неудачно попали-то. Коси их всех, коси. Щит успел дать. Да чё я кругами-то бегаю, почему? Да как так? Альдаблю! Не успел! Просто тупо не успел. Ваша команда доминирует. О, вообще тема. Ну хоть героизм вовремя прожал, все отлично получилось. Хоть мы даже вперед чуть-чуть вырвались. Уже лучше. Отлично притянул. Чё это такое? Ты королева, что ли, выучил вот эту шнягу? Волчара, поехали дальше. Сколько тут у меня щит? 489 единиц здоровья. Но я бы наверняка выжил бы. Буквально чуть-чуть не успел. Сейчас. Чем мы тут скачем? Да благословит свет твою руку, Сергей.
Кто заслужит мою благосклонность? Ветер, укажи мне путь. Так, героизм есть, в принципе, можно опять устроить бам-бам. Вот этого парня гаси. Да что ж я? А этот-то где был? Да что за господи, боже мой? Замес идет здесь, он где-то тут бегает за мельницей. Да это гадство какое-то просто. Это подстава просто от этого Рейнора долбанного. Замечательно. Просто замечательно. Тут еще пишут, что фокус тут танкс. Действительно. Двух танков убили, офигеть. Дал героизм, блин. Там убить-то надо Рейнора. Да королеву. Все, до свидания. Ну, эти-то ребята нормально играют. Блин, долбаные леса. Тут, конечно, все равно все решится в каком-то одном замесе. Кто захватит этот трофей? Ой-ой-ой, за Гарри больно. Так, раскидали мы их в разные стороны. Ну, доступны новые таланты. Че, вперед пойдем? О, блин, надо было на этого кидать. Ой! Блин, опять я на себя случайно положил. Нас тут кто-нибудь придет нас поддержать, или мы так и будем здесь все вместе играть? Сами с собой. Нормально мы тут отстояли-то. Втроем. Ну, самые вменяемые, видимо. Отлично. Так, давай, поехали. Классный саппорт, на самом деле, вот, смотрю. Я еще ошибки постоянно совершаю, кидаю щит, взял, что щит накладывается
когда я накладываю на кого-то, то он накладывается еще и на меня. И постоянно колдую его только на себя. Это ошибка, конечно, большая. А вот, но все равно. Все равно. Всем щит, пацаны. Загара, живи. Отлично. Чё дальше-то? Ман кончается. Чё, будем вверх нести? Царени как-то сдох. Сильно там ему достается, что я могу сказать. Давай, беги, пока замедло работает. Пусть молния поразит моего врага. Ветер, укажи мне путь. Все, кажется, уехали. Фух. Жаркая битва, а? Хорошо. Какая-то хреновая вещь. Понятно. Так. Чем занимаемся? Они сейчас наверняка пойдут босса бить. Тик. Так, да, они дали босса. Рене. Сейчас к нему придут, я уверен. А вот. Не успел прожать. Все, развалились. Враг атакует вашу цитадель. Да ладно, ты откуда здесь взялся вообще? Мы должны захватить лагерь наемников. Очень удачно там Загара поставила свою ловушку и просто устроила жопень. Просто устроила жопень нам. Ну, в принципе, видимо, это ГГ. Ну, как я и сказал, один замес решит. Реню надо бить, Реню.
Ох, как он классно там всех, всех выплевывает. Четыре убийства. Надеюсь, вы расшевелитесь. Резня. Ушел, детка. Ваша команда доминирует. Детка ушел. А чё, босса не надо убить, что ли? Вот опять убили всю команду врага и не делают ничего. Да можно было бы просто побежать и снести главную базу. Ну почему? Ничего вообще не сделано. Они втроем пошли защищать базу от четырех крипов. Чем они думают? Где тактические составляющие в голове у них? О чем вообще они думают? Господи. Иванову, блин, ее. Ох! Проглота нам сделала. Неуязвимость. Что там, утро гнобят? Отлично. Двойное убийство. А вот теперь надо идти нести. Уничтожим вражескую цель. Должны захватить лагерь наемников. Молния поразит моего врага. Почему они так не любят пушить? Вот. На чем основывается их вот нежелание вообще убивать? Ну вот что это даст? Ну захватим мы лагерь. Хорошо. Но они отрезаются к этому времени, весь этот лагерь перемолят. Ужас, просто ужас. Блин, попал по мне. Ой, наших бьют. Так, все, забрали. Ух, как он нажрал-то их сколько. Пропустите меня, я тоже хочу пойти. Все, 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 несем цитадельку. Надеюсь, они это понимают, что им надо нести цитадель. Неужели герой покинул бой? Герой нет. Возвращение. А что он творит-то? Вы бы светили лучшие друзья.
босс подошел. На босса нельзя наложить. Давай, несем уже, все. Да господи, боже мой, да вы чё, прикалываетесь? Давай, все, слава яйцам. Сделано. Фух, жаркая катка. Если хотите заручиться моей поддержкой, победа. Могли выиграть уже, я не знаю, минут 5 назад точно. Ну, почему-то это не было никому нужно. Ригар берет второй уровень. У-у-у, класс. Саппорт хороший. Хороший саппорт, не понравился. Щит, который вешает щит, собственно. Но здесь, во-первых, конечно же, отлично отыграл Стич. Стежок вообще... Муа! Душка. Загара слабенькая, я также, наверное, играю на ней. Утер тоже слабенький. Рейнор чуть-чуть лучше, чем Утер и Загара. Вот. У них чувствуется Загара с Утером такие прожженные. То есть, блин. Ух. Как Загара, вы видали, как она этим своими червями попадала? Просто постоянно трое-четверо там засаживала. Рейнор тоже очень даже неплохо у них играл. Мулфурион очень мало заметен был. Не знаю, с чем это связано. Может быть, не часто играет. Не первый раз и так далее. Ну, все-таки мы смогли. Мы смогли, и это замечательно.